Стрея бух. Ребята, купил у Стрепуха компьютер за 1200 рублей. Он мне еще подогнал вот такую материнскую плату и игровую мышку. Купил в Стрепух Шоп, ссылка в описании. Всем привет, с вами Стрепух. Я, блин, ребят, вообще реально в шоке. Это самая топовая находка. Я нашел банку красной икры на стриме. Икра вообще просто топчик. Мау. И в честь Нового года я решил подарить своим подписчикам Meizu M3S. Кто хочет его заполучить, подписывайтесь на мой канал, пишите креативный комментарий, вступайте в мою группу ВКонтакте и делайте репост закрепленной записи. Итоги розыгрыша подведем 30 декабря на моем канале в прямом эфире. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, там, ставьте лайки, комментарии пишите креативные. Нашел 3 серверные материнские платы. Уже их сейчас упаковываю и отправлю через Авито доставку. Сокет LGA2011. Есть поддержка многоядерных процессоров. 8 слотов под оперативную память. Сюда можно воткнуть оперативки в 512 гиг. Это просто взрыв. То есть на базе этой материнки, по идее, можно собрать мощный комп. Продам эти 3 материнские платы через Авито доставку за 4000 рублей. А также через Авито доставку я сейчас отправлю телевизор и блендер. iPhone 5s. Экран разбит, телефон не включается. Пробивал его по e-mail, телефон не заблокирован iCloud. А значит, есть смысл его восстанавливать. Продам его на запчасти рублей за 900 или положу в Стрепухбокс. На ютубе есть один пацанчик, зовут его Moscow Dumpster, он живет в Москве, а там люди реально заелись. Залетайте на канал по ссылке в описании, у него находки просто нереальные, айфоны, Samsung S8, посудомоечные машины, блин, да чего в Москве только не выкидывают. Люди там вообще офигели, заходите, прицените, это просто взрыв, находки очень топовые, серьезные, вообще нереальные. Нашел Xiaomi Redmi Note 5. Его разломали на 2 части. Чистый вандализм. Продам на запчасти, потому что самое главное это плата. И она целая. А здесь даже стоят пломбы. Нашел 2 док-станции для Айкоса. Белая док-станция была в коробке. С помощью нее можно зарядить 2 кейса. Состояние отличное. У второй док-станции немножко похуже состояние. Но она работает. Эта док-станция отлично подходит под Айкос, который я находил до этого. Кто пробовал Айкос, пишите в комментариях, но лично мне эта хрень не понравилась. Я в шоке, ребят, нашел в своей коробке видеокамеру GVC, так еще в полном комплекте. Это просто винтаж, я в шоке, никогда у меня такой камеры не было. Камера пишет видосы на кассету, на маленькую. С помощью вот такого переходника можно воткнуть эту кассету в любой видик и просматривать записанное. Блин, я в шоке. Это реально топовая находка. Хоть бери и иди снимай на эту видеокамеру прикольные видосики. Нашел парку из Полумбира. В отличном состоянии. Камуфляжной расцветки. Внутри что-то наподобие меха. Размер М. Нашел неплохой телефончик. Samsung A3. Телефон на 2 сим-карты, видно, пользовалась девушка, она также на заставке стоит. Телефон, к сожалению, заблокирован код-паролем. Но это не страшно, потому что это не iPhone, можно разблокировать с помощью компьютера. Ну или сбросить настройки через рекавери. Продам его за 1500 на Авито или положу в Стрепухбокс. Прикольные колонки для компьютера или ноутбука. Когда я их нашел, увидел, что вот здесь под корень бывшие владельцы вандалы отрезали провод. Но это не проблема, я это легко починил. Колонки работают отлично, звук прекрасный. Кстати, выглядят они стильненько. Нашел мышку от Apple, старую. Мышка работает. Вот здесь должна была быть по кругу пластиковая обводка, но ее нет. Походу отлетела. Чтобы кликнуть по любой иконке на рабочем столе, нужно мышку прижать к столу. Первый раз вижу такую технологию. А еще нашел пауэрбанк, рабочий, на 3000 мАч. Нашел фонарик и пауэрбанк, 2 в одном. У фонарика прорезиненный корпус, фонарик прикольненький, работает прекрасно. Нашел в коробке габаритные огни для велосипеда. Работают отлично.
Тут даже поворотник имеется. Поводок для собаки или кошки от бренда Flexi. Нашел MP3 плеер от бренда Rhythmix. Емкость 4 гигабайта. Плеер рабочий. Барсетка Louis Vuitton. По качеству видно, конечно, что это паль. Но я все равно в шоке, потому что барсетка новая. Там же, где и барсетку Louis Vuitton, я нашел паленые штаны Gucci. Неплохие штанишки. Буду в этих штанах летать по помойкам. Нашел часы от бренда Qmax. Часы не работают, скорее всего, нужно заменить батарейку. Стоят такие на Авито примерно 1000 рублей. Нашел PSP, модель E1008. Внешнее состояние хорошее, но вот только почему-то она не включается. Обидно, конечно, что она не работает, я бы в нее поиграл Flatout 2. А вот это уже топовая находка. Xiaomi Redmi 4. Экран в нормальном состоянии. На задней крышке есть небольшая вмятина. Но это фигня. Экран тоже целый, но вот здесь есть небольшой скол. Но это тоже фигня. Ведь телефон мне достался абсолютно на халяву. Телефон работает. Когда он включился, он был заблокирован отпечатком пальца. Но батарея сдохла, и его просто выкинули. И не стали заморачиваться с ремонтом. Продам телефон за 1000 рублей или положу в свой сюрприз-бокс. Нашел фотоаппарат. Я офигел. Фотик был в защитном кейсе. Модель фотоаппарата Nikon Coolpix S3400. Внешнее состояние у фотика вообще отличное. Камера на 20 мегапикселей. Фотик работает прекрасно. В фотике даже стояла флешка на 8 гигов. Нашел очень полезную вещь. Сейчас вы поймете, что это такое. Та-дам! Вот такую прикольную вещь нашел. Буквально за 5 минут улучшил свой стол. Эх, помойка как обычно радует. Нашел клетку для хомячка. В клетке есть даже колесо, горка и поилка. Почему-то мне кажется, что хомяк в этой клетке двинул педали. И поэтому ее выкинули. Нашел работающий чайник от бренда Vitek. Чайник с подсветкой работает прекрасно. Нашел работающий блок питания для компьютера на 450 Вт от бренда PowerCool. Соберу с помощью него компьютер из помойки и продам на Авито или в моей группе ВКонтакте. Работающий утюжок для волос от бренда Vitek. Внешнее состояние не очень, но это фигня. Нужно просто отмыть его растворителем. Нашел целую бутылку основы для заправки вейпов. У нее даже не иссяк срок годности. Но в основе я уже не нуждаюсь, потому что один из моих подписчиков прислал мне много жижи для вейпов. Поддержите парня, зайдите на канал по ссылке в описании. Он на своем канале недавно дегустировал 100-летние яйца. Это просто пипец. На прошлой неделе я нашел магнит, с помощью которого в магазинах снимают аларм бирки с одежды. И один из моих подписчиков захотел его заполучить и предложил обмен. Я даже не знаю, что он мне прислал. Давайте осмотрим содержимое. Я в шоке, подписчик реально щедрый. Прислал мне 11 телефонов и видеокарту. Видеокарта на 256 мегабайт. Модель AT Radeon HD 2600XT. Я как раз недавно два компьютера нашел на стриме. Будет куда воткнуть эту видеокарту. Поначалу подумал, что это телефон, но это калькулятор. Вот это передатчик для пульта. Ненужная мне хрень, потому что пульта не было в комплекте. Чехол для 6-го айфона. Пару USB-шек для смартфона. Переходник с Type-C на USB. Давненько у меня не было на столе столько телефонов. Первый Nokia без батареи. Motorola без батареи. Блин, когда-то у меня такая была. А вот это телефон-легенда. Sony Ericsson K750. Звонилка Nokia без батареи. Телефон Fly, разбитый в хламину. Siemens A60, реальный орехокол. Телефон на Windows Mobile, хотя точно не могу сказать, потому что он не включается. Здесь написано, что это Nokia. Но, честно сказать, мне не верится, что это Nokia. Скорее всего, это какая-то подделка. Еще одна звонилка Nokia, тоже не работает. Самые крутые смартфоны. 4-й iPhone. Дисплей разбит в хламину. Задняя крышка отваливается, тоже разбита. Кстати, он походу даже не привязан к iCloud. Офигенно. Второй смартфон слайдер Nokia. Работает, кстати, нормально. В телефоне даже есть музыка. На заставке бывший владелец. Прикольный аппаратик. Это Sony Ericsson C4. Но он, к сожалению, не включается, горит красная лампочка вверху. Мне кажется, это проблема из-за разбитого экрана. Если его заменить, телефон заработает.
лучшие комментарии предыдущего обзора. Ха-ха-ха, и самые щедрые донатеры на последних стримах. Склоняю перед вами колено. Осмотрим сумку с мелкими находками. 3 рабочих утюга. Целая папка для документов. Маска для лица. Зарядка для ноутбука. Книга Барбары Минта «Принцип пирамиды». Широкий кожаный ремень. 4 коробки от айфонов. И есть от айфона X. Там же был чехол для него. Оригинальные кроссовки Nike Air Max. Я в шоке, кроссовки в очень хорошем состоянии. Если кому-то они нужны, размер 37,5, пишите в мой штребух-шоп. 2 упаковки санитарного герметика. 2 пары очков, красные, реально топчик. Батарея от пылесоса iRobot. Кстати, посмотрел, этот пылесос стоит 50 косарей. Строительный степлер, зажигалка Zippo. Свечки, мыльная рыльная, Civet Bank почти полный. Пшикалка для стекол, Axe Effect, гель для душа, соль для ванны, работающий Wi-Fi роутер TP-Link, корпус грязноват, нужно просто очистить, резиновая чаша для кальяна. Самая неожиданная для меня находка. Это палка, с помощью которой мутят Fire Show. По внешнему состоянию этой палкой не пользовались. Палка очень легкая и удобная. Ну, конечно, сделана специально, чтобы ее можно было крутить. Там же я нашел керосин. Нужно будет как-то устроить Fire Show. Пора подвести итоги по продажам. Кальян. Серверные платы. Блендер. Телевизор. Перстень. iPhone 5C. 9 сюрприз-боксов. Ребят, я просто в шоке с вас. Спасибо вам огромное за поддержку. Крепление для телевизора. Аквариум на 200 литров. Компьютер, материнская плата, Xiaomi Note 5, игровая материнская плата MSI, плитка и мультиварка, смартфон MIUI A1, магнитола для авто и VIP-сюрприз-бокс за 5000 рублей. Я знаю, мои сюрприз-боксы самые лучшие, и они окупаются, поэтому, ребят, огромное вам спасибо. За 2 недели удалось заработать 41 300 рублей. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, как вы планируете отметить этот Новый год. Всех с наступающим! И не забудьте поучаствовать в розыгрыше на этот топовый смартфон. Возможно, именно ты его заполучишь под елочку на Новый год. Штребух Мауу, покоритель помоек с 5 класса на помойке, сбежал на кладбище ночью, он спал и кушал конфетки. Подпишись на канал и напиши в комментариях, искал ты или нет конфетки на кладбище как Штребух. И не забудь подписаться на Москву Думпстера.